Я хочу помолиться сейчас о финансовом прорыве. Люди, многие включают наши молитвы, и они работают, получают прорыв. Говорят, побольше молитесь, побольше, мы это используем, у нас это работает. Поэтому, хочу одно зацитировать. И от Иоанна 20:29 одну истину. Блаженны невидевшие и уверовавшие. А ну-ка, вдумайтесь, что Иисус сказал. Блаженны невидевшие, но уверовавшие. Мы говорим о финансах сейчас. Блаженны те, кто не увидел, но уже поверил. Итак, если мы хотим пойти дальше по поводу финансов, нам нужно перестать думать о том, как это произойдет. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Ты не видишь, но уверовал. То есть должен измениться то, как ты молишься. Нужно перестать говорить, у меня нет денег. Я не могу это. Я не смогу. Где я возьму? Блаженны невидевшие. Ты не можешь это видеть, но поверивший. Поэтому нужно по-другому начать молиться. Я хочу сейчас помолиться вот так, чтобы мы с вами после этого служения перестали молиться молитвами сомнения. А мы говорили, деньги идут, все нормально. Как мы это сделаем? Деньги идут, у нас есть деньги, все хорошо, ангелы работают. Ну как мы заплатим за это? Деньги уже идут, они в пути, все нормально, не переживай. Все, и я не переживаю. Соглашаемся. О, опять пришел новый счет. Блаженны невидевшие, как это произойдет, но поверившие. Нам не нужно думать как. Нам не нужно пытаться увидеть, кто-то принесет. Наверное, Бог новый бизнес откроет. Нет, наверное, это так произойдет. Не надо. Блаженны невидящие, но поверившие. Нам не надо видеть, не нужно видеть. В данном случае это слова Иисуса. Есть разные учения. Но это совет Иисуса, подсказка. Господь, благодарим Тебя, что нам не нужно все видеть. Как деньги идут, откуда идут, как это произойдет, как это будет решено. Нам не нужно понимать это. Мы должны верить. И мы говорим Тебе сейчас. Я верю. У меня есть деньги. У меня есть все деньги, которые нужны, чтобы был хлеб в пищу и семя для сеяния. Я благодарю Тебя, Господь. Ангелы на служении. Они не отдыхают. Они трудятся, чтобы служить мне и моему дому. Я благодарю Тебя, что законы сеяния и жатвы работают. Я благодарю Тебя, что окна небесные открыты над моей жизнью. И я не буду переживать, откуда это произойдет. Я не буду думать, как я могу это получить. Я не буду страшиться, пугаться о завтрашнем дне. Я благодарю Тебя за то, что у меня есть все необходимое для жизни и благочестия. Я благодарю Тебя, что деньги, они направляются с разных источников. Ресурсы направляются. Благодарю Тебя, что пока мы молимся, вопросы финансовые решаются. Спасибо, Господь Всемогущий. И я буду свидетельствовать о великих чудесах в финансовой сфере. И прославлю Твое имя. Да будет так во имя Иисуса Христа. И я молюсь о каждом, кто меня слышит сейчас, чтобы наши уста, они говорили правильное. Наши уста говорили слова веры. И мы будем блаженны, если уверуем, не увидев. Иисус сказал, будете блаженны, будете счастливы, получите ответ. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. И все, у кого есть финансы, скажите аминь. Все, у кого финансы не будут кончаться, скажите аминь. Аллилуйя. Вот так будем и говорить дома.